Итак, всем привет, ребята. Я Юрий Сергеевич, канал Хайла Геймс. Я записываю свое голосовое в этом видео впервые, ну, в этой игре именно. Давайте с вами поговорим. Ну вот, была у нас дана первая вот такая вот машина. Я открыл уже две. Вот эту. Неплохо себя показывает, мне нравится. И мне выпал вот такой Линкольн на прохождении уровня. Давайте выберем такую, она более оборотистая. И попробуем пройти с ней. Я прошел два уровня в этой миссии. Давайте попробуем пройти третий. Здесь нам нужно собрать 20 бочек, сбить за время 10 секунд. Сейчас посмотрим, что из этого у нас получится. И получится ли вообще что-то. Так, первая есть, перевернула аж. Не завидую я водителю. Так, первая есть, идем за второй. Да, вторая есть. Так, ребят, если вам нравится такой формат видео, конечно, можете оставить свои комментарии, лайки или же дизлайки. Вот, две бочки сбили, одну катясь боком. Так, у нас уже 5 бочек есть в нашей копилке. Вот она, шестая. Я хочу что сделать? Сбить 19 бочек и оставить одну, чтобы повытворять какие-нибудь трюки. Так, вот тут она, вот она. Где-то там нам, вот она. Так, 7 бочек у нас есть. Машину сильно не хочу бить. Прыгая, думаю, найдем их здесь, а потом попроделываем какие-нибудь трюки. Та-дам! Что-то выскочило. Так, видео вроде записывает. Поехали. Так, 8 минут, 8 бочек. Что-то медленно. Надо немного пошевелиться. Да что ж такое, а? Какие-то бочки сильно взрывоопасные. Так, 9 есть бочек. Пока из повреждений только бампер. Вот еще 2. Ох, не зацепил. Ну ничего, сейчас за ней вернемся. Ну давай, 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 давай. Возвращайся. Мне очень там не нравится ехать на боку. Так, где там наши бочки? Так, 11 есть. Вот она, 12-я. По пути 13-я. Дальше 14-я. Ух ты! Ух ты! Нужно сходить к доктору, пусть проверит зрение. Так, 14 бочек есть. Вот 15. И 7 минут. Вот, еще вижу бочки. Вы, если видите бочки, смотря видео, ух ты ж, сальто. Напишите свои комментарии, может, я, конечно, ослеп. Так, 17 бочек есть у нас. Вот 18-я. И должна быть где-то рядом 19-я. Вот она, 19-я. И тут же сделаем. А нет, не сделаем. Хотел заскочить на трамплин. Все, давайте, у нас есть 6 минут. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так. Ну, почти мы выполнили трюк. Так, сейчас разгоним нашу малыху. И боковым
наездом. Ох ты, не получилось. Ее просто подкинуло вверх. Хорошо, давайте заскочим на косу. Такой у нас трамплин. Попаду, не попаду. Попаду. Ну, не очень. Ну, конечно, не очень. Так, что там у нас еще? 5 минут. Сейчас мы сделаем сюда заскок. Машина пойдет прямо вверх. Вот так. Какие-то камни. Метеориты. Да, багажник. И взорвали бочку. Вот и все, ребята, не получилось дальше нам продолжить.